18 января с 23 часов в Смоленском поселении Северского района введен режим «Чрезвычайная ситуация». В результате сильного дождя и мокрого снега река Афипс вышла из берегов и подтопила несколько домовладений. В течение всего времени ситуацию в районе лично отслеживал глава Андрей Дорошевский. По нашим оценкам, дома не сильно пострадали. То есть подмыва, обрушения стен домов нет. Отопление у людей есть, вода есть. То есть условия, ну, сырость небольшая есть, но сейчас просохнет, и можно жить, продолжать в этих домах. Сегодня оценить масштаб бедствия совместно с главой района выехал министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков. У нас привлечено около 50 специалистов РСЧС, группировки нашей краевой, гражданское министерство гражданской обороны, чрезвычайной ситуации МЧС и, соответственно, аварийно-спасательное формирование Северского района. После обхода потопленной территории провели рабочее совещание. Пострадавшим домовладениям окажут помощь по результатам актов, составленных во время подворового обхода.